На очередном пресс-подходе выступил начальник управления градостроительства городской администрации Дмитрий Есиков. Он рассказал о дальнейшей судьбе Бердского Арбата и возможно ли строительство 4-го храма в микрорайоне Белокаменной в Бердске. В этом году в Бердске прошли публичные слушания по проекту планировки микрорайона Южный. Там расположится парковая зона. Выделена территория, которую с подачи властей назвали Бердским Арбатом. Жители попросили сделать ее пешеходной. В феврале планируется сессия 2021 года. На этой сессии будет вынесен вопрос о финансировании проектирования. Это будет наш УКС проектировать. Именно Бердский Арбат и парковую территорию. Если депутаты выделят финансовые средства, в 2021 году будет выполнена стадия проектирования. В дальнейшем уже потом будут уже работы, но это будет уже на 2022 год заложено. Недавно появилась информация о строительстве 4-го храма в микрорайоне Белокаменной. По генеральному плану строительство такого объекта там возможно. Там заложен, у нас правила землепользования и застройки, заложен там участок. Надо посмотреть вид разрешенного использования. В дальнейшем, тут уже обратиться в комиссию по смене зонирования, и потом на сессии мы, если что, этот участок переведем именно под культовое назначение землю. Пока по Белокаменному у нас там нету назначения земли именно под культовые сооружения. Впрочем, ранее Дмитрий Есиков сообщал, что в управление никто не подавал проектной документации по поводу строительства 4-го храма.